все. Ага, хорошо. Сейчас посмотрим, чем отличаются обувь. Чем отличаются в Риме. В Риге от Дубина. Какая красота. Сколько мишек. Пушистики. Это все для сада, огорода. Цветочки. Орхидеи. Ой, какие красивые. Гортензии. Вау. Тут тоже мишки. Земляничка. Косметика. Это что за масочки такие красивые? Зеленый чай. Вау. А это коллаген. Это китайские, да? Или корейские? Наверное, не знаю. Это натурал. Нет. Скидки, да, на это? Да, да. 35-40%. Можно я тебе вот эту тоже положу? Макулатуру. Потом буду изучать. Спасибо. Что ты говоришь? А, маска авокадо. Так. Шампуньки. Неплохие. Очень любили такие медали. Сейчас тоже поставлю. Курточка, сердечко. Вкусняшки. Любимое кофе Мерильда. Красота. Такая тоже клюк. Арбузы. Дым. О, маленькие ананасики. Ой, я хотела посмотреть, почем. Гранаты. Гранаты 3,29. Знаешь, Рим так одинаково, даже вот, как сказать, расположение даже одинаковое. Он в Добеле тоже вот здесь вот в этом молочка и сыр, как здесь. Да? Ага. Так интересно. Я думала, по-другому. Нет, точно так же. Ага. Чуть тухум не сказала. Не сказала. Тухум по привычке. Лаймовские конфеты. Вау. Диана, это новые. А так вот это были вкусные конфетки всегда. Сколько на видности вино? Ого, ого, сколько всего много. Вот в коробочках.
Баку, Арарат, 22 евро, маленькая 15,59. А, вот еще есть Арарат в таких, по 17,99. Вот резкий бальзам. Начинаю вот с таких вот малюсеньких, заканчиваю вот такими большими. А здесь еще подарочный набор с этими, как его, с бокальчиками.